Ну, всем привет, и я вновь играю в МК Версус. И вот у нас тут... Ничего так хорошо. И давайте возьмем... Открыт испытательный агент. Кошмар. Йоу. Сейчас быстренько затестим его. Не, конечно, его тоже можно купить, он дешевый. 7,5, почти... Не самый дешевый, но нормально. Так. Способность на него перезаряжается быстро. Сейчас еще подождем. Подождем полной перезарядки. Так. Вполне себе нормальное оружие. Пусть нажмем Е. Вот, допустим. Так. Допустим, вот здесь. Так, а что если вот так вот? О! Телепортировались. Через стену. Допустим, мы стоим вот, где-нибудь вот. Ну, вот здесь вот стоим. И... Еще раз. А нет, сквозь стену он не может опышнуться. А если вот так вот? Нет. Нет, так-то у него способность нормальная, на самом деле, если ее правильно использовать. Для быстрого перемещения и сматывая, и чтобы смотаться от врага, сойдет. Допустим, мы идем... Так, вот так вот. Так, идем задом и... И можем назад так тпшнуться? Для отступления подходит. Пусть мы вот здесь вот. И вот сейчас тпшимся и... Никак не можем. Не можем, не хватает у нас расстояния. Ну, короче... Так, так. Такая себе способность, на самом деле. Если правильно ей пользоваться, то может сойдет. Но напрямую на урон по врагу не влияет, никак его не влияет, короче. Ладно. Так, у него какой уровень хоть сейчас у нас? Какой уровень? Короче, ну ладно. Сейчас вот здесь и узнаем. Но он тоже уровня 6, наверное. Типа и вспышка был 6, и он будет бум. Но тем не менее, с ним еще нужно научиться играть. Вроде как у него автомат нормальный по мощности. Так что... Так, я что-то забыл глянуть у него хп. Так, ну... Да, это просто замечательный баланс. Это, конечно, был сарказм. Нас будут ча... О, у нас какого он? Чё-то не... А вот, у нас он... Так, стоп. Вот. Тоже, что ли, 7-го или 8-го? Ну, думаю, 7-го. Вот, это же... Ну, ладно, стоп. Вот, у нас он, прям, 8-го. Хорошо. Будет, короче. Так. Давай, ну блин, не получилось. Думаю, сейчас быстро смотаться. Да нет, нифига, нужно ждать. Блин, нужно ждать, чтобы она несколько раз зайдилась. Чтобы там двойным прыжком. Двойным, блин, телепортом. Ну я просто
не особо получается так. Здесь скилл, ну, скилл важен. О, черт! Это большая хрень на меня идет. Все. Ты что, меня тоже кошмар бил? Здесь все же важен скилл. Давай, депешимся. И обратно. Все равно, блин, отхватили так. Мне просто... лучше за классического, блин, моего... Точнее, не за классического, а за вспышку играть. Блин. Так, а вот это уже... Это как-то он так... Это читерство, по ходу дела. Или там как он так быстро тпшился, а? Я же понимаю, что он может тпшиться, но он вроде сквозь стены не может. Вот. Вот, никак. То есть стены не может он. Короче, только из-за моего теста поиграли. Короче... Нет, не рекомендую я его. Если у вас... Так, ну, давай, тпшься. Ай, да чё с игрой вообще? А, ясно, поиграли уже. Ой, ё-моё, ну как, блин, меня погода бесит из-за погоды, блин, интернет постоянно, блин. То в КВ, то в ИКУ. Или это просто сама игра глюкнула? Ну ладно. Мне кажется, просрали уже. Я уже и в начале, когда там его открывал. Точнее, когда еще один бой оставался, его можно было открыть. Ну еще раз с ним сыграем. Потому что первое впечатление, оно может быть плохим, а второе... Ну, просто я... Это фигово с такой типа играю, вот и все. Если там, к тому же, вспышки его нормально, просто там... Просто подходи ближе и фигач, блин, загремет. А если дело вообще худо, то если у тебя есть грант, то ее просто бросай. Ладно. Ну вот, 8 уровень. Так, два кошмара, или... Это вообще что... А, это... Как его там, это... Команда на команду. Сбор данных. Ну вот здесь сейчас и... Блин, что с пингом-то, а? Давай, блин, до 200. Чтоб, короче, эта способность нормально пользоваться, нужно ждать, пока она разды зарядится. Поэтому будем выжидать. Я уже бы еще разок. Так, давай. И... Прыжок. Нифига вообще, нифига. А, прыжок. Не, нужно ждать. Блин, это, блин, для терпеливых игроков просто реально. Короче... У игрока должны быть реально прямые руки. Потому что, ну, не знаю. Так. Нас обнаружили. И... Так, вспышка и. Ну, мы успели. Успели скрыться, но. Time is my plaything.
Не, ну учимся. Потихонечку, но учимся. Ну блин, от него толку реально мало. Я вот... Мне вот чисто, блин, чтобы смотаться, блин, тут хватает энергии и способностей. Ну вот, смотались, все. А у него, блин, еще здоровье 1900 вроде, а. Ну нет, 3900 показалось. Нормально. Но все равно слабее вспышки. Короче, извиняюсь. Те, что я сейчас... Извиняюсь и перед теми, с кем сейчас играю. Извиняюсь. И, короче... Так, как будем тут? Короче, для меня вспышка, очень не вспышка, блин, кошмар, плохой выбор. Кошмар это просто кошмар. Какой неудобный в управлении персонаж. И плохой в освоении. Ну у него телепорт, блин, довольно на короткие дистанции действует. Потому что он пиздит. Только он не стоит своей суммы. Просто я не знаю. Лучше, я думаю, джука купить. У него все предельно ясно. Берешь грушу эту, блин, не грушу, а футбольный мяч, точнее, американского футбольного мяча, вот так. Бросаешь в толпу и все. Игроки на несколько секунд обездвижены вообще. Блин, забываю сменить. Короче, все, надо отыграться мне сейчас. Но уже за вспышку. Да, сливаю, конечно же, я свой рейтинг, свои трофеи, ну ладно. Это все. Сейчас свернем. Так, не туда нажал. Короче, все, я, блин, беру вспышку и езжаю всех. Реально, типа здоровью, хотя нет, здоровье еще ладно, здоровье еще такое средненькое, но вот способность это такая себе. Потому что нужно реально выжидать, пока она перезарядится на несколько прыжков, чтобы ее правильно использовать. Прыжок туда, пострелял, прыжок обратно. Хотя нет, лучше два прыжка. Потому что расстояние вообще никакое. Понимаете, если бы еще сквозь стену можно было бы прыгать, телепортироваться. Вот это было бы... Ну, замечательно. Хотя и читерски. Ну ладно. Давай. Maybe take a walk later by the beach. Ready or not, here I come. Stick together now.
Так, снова захват зоны. Проходите. Черт, черт, черт. А он, блин, с другой стороны был. Ладно, у нас два танка. Давай-ка, точнее, я уже сколько раз... Не буду их реально танками называть. Хотя это не ММО-РПГ. Так... Не. Мы сливаем. Еще шанс есть сыграться. Давай. Кушайте гранатку. Ну, давай. Бах. Ой, ладно. Так, кто это? Так. Черт, ну все же башня не неплохой персонаж. Вот что же, 3000, блин. На пяти его взять. Так, ну ладно, давай быстрее к точке. Тут у нас все уже, всех походу прибили. И гранатку давайте, это ваша уязвимость. Так, давай, раз. Ну и все. Надеюсь, хоть задел немного. Так, да, и чёрт. Гай, гай. Так, с ним плавание. Чё, кин будет игра, реально? Раньше не было этого. Так, ну ладно, пока держим. Блин, чё-то я повторяю все время слово, ладно, да ладно. Чёрт. Они могут выйти. Давай, давай, бросаем. Все. Нет, ну блин, отскочила, отскочила, черт тебе, отскочила. Yes. Гранату тоже нужно правильно бросать. Ну ты спойлеришь, у тебя здоровья мало. Так, кто там сверху, кто-то сверху. Башня, мы тебе дадим по башне. Пингует, Жесть, какой пинг. А чёрт, не туда бросил. Это фиаско. Это нет, 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 это не фиаско. Это не фиаско еще. Блин, фиговая способность не зайдилась полностью. Так, это достижение. Легион. Нет, ну реально, пинг. У меня здоровье не единица. Ах ты ж. Ну все, это по-любому проиграли. А нет, 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 наоборот. Повезло. Ой, постояли. Статин. Кейс, 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 кейс.
Магазинчик, ящики у нас, ну, сколько там? 36, ну неплохо. 4, нет, 4 не очень. Что нам дают за вот этот, за 400? Вот это уже хорошо, но тоже нужно, блин, этот купить. Его вообще долго купить постоянно. Так, черный рынок. Так, стоп, ебаршиль, по-моему. Нет, все, норм. Сколько ты стоишь у нас? Апгрейд. Окей. Ну, давайте-ка откроем сейчас большой. Ой, не, ой, блин, открыли мелкий. Черт, вы мою. Как-то, блин, не туда нажал. Итак. Сейчас постараюсь набить 13 уровень. И еще одну победу. Итак, ну вы пишите в комментариях, как вам кошмар-то. Может, кто умеет играть за него. Ну и скажите, как оно вообще. Так, обходим, обходим. Как же он в меня попал? Я же за стену уже забежал. Просто не понимаю местную систему. Хочу это, блин, пуль. Попадание вообще. Они заходят, я их дамажу со спины. Тактика хорошая. Блин, сейчас они по-любому зайдут. Мы в спину как раз. Или гранатой. Ну все, давайте. Бегом, бегом, бегом. Я вас жду. Все. Получай, фаш. Получай. Нет, блин. А нет, эффект был. Так, вы давайте быстрее отбивайте, пока они сейчас, пока они не очухались, пока они не очухались. У них парик, у них, по-моему, монах есть. Это вроде монах, да. Ну, я же снова, что ли, гранату не успел кинуть, я же нажимал на Е. А, это у нас монах есть, или это... Mm.
Короче, у нас врагайся монах. Ну это не сильно помогает. Да блин. О! Так, давайте, захватывайте точку, а. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Легче. Я бросаю гранату. Кажись, эффект снова был, но... Блин, я не знаю, заходите, блин, вниз. Мы сейчас проиграем. Вниз давайте, даун. Все. Турень получили, но нужно будет в плюс входить. Башня. Два штурмовика, короче, два ока и вспышка. Что вообще это за режим-то? Сейчас снова проглядел. Ну, нормально. Так, у них хрона. Это... У них, блин, дефант не совый такой. Ну, у нас так дефент тоже вполне себе. Теперь всей толпой иметь будем. Потому что у нас белая оборона. Так, отлично, способность произойдилась. Теперь главное правильно бросить гранату. Не, у них вообще все зашибись просто. Вроде как знаешь суть проблемы, и нужно как-то... Так, ладно, перехожу в дефенд. Еще не в дефенд, а... Я вообще... Дефенд — это оборона вообще-то. А мне нужно наступление, поэтому сейчас... Go, go, go!
Все же. Все, это фиаско. Это видео точно будет называться «Это фиаско». Да, не везет в последнее время, конечно же. Совсем не везет. Ну, почти. Давай, хоть в минус. Точнее, не в минус, а в пуль, а в ноль. Что-то путаюсь. Давай, хоть в ноль выйдем. 1800 трофеев. Так, закинула. Закинул к новичкам. We've got an easy contract for you. Take out the enemy agents and we can call it a day. Let's get to work, mate. Так, врагов пока трое. Что-то им не дали одного. Это что там? Эй! Ну ладно, надеюсь, отграмся, хоть, но это не точно. Мне так было глупо, просто реально. И вроде бы понятно, нужно держаться мне в команде, но... В игре нет никакого средства... Ой, средства общения, никаких голосового чата, блин, там ничего, короче, нет. Надеюсь, игру с друзьями скоро добавят. Так, ну это пока еще не критично. Так, я туплю вообще. Туплю, туплю. Мы еще можем отыграться. Now it's my turn to be it.
В итоге, в очередной раз, хотя можно об этом уже не говорить. МК-версия все же лучше пятой части. Так, мы еще можем, ну блин, 20 секунд, давай, ну чё. ГАИ, гнида, ГАИ. ГАИ-очка, ГАИ. Чёрт. Это, ну, давайте, видите, забей, идиот, идиот, ты мог взять. Может, повезло бы. Последнюю секунду взять. А, повезло. Ой, извиняюсь, что-то я как-то взял. Успел взять. Спасибо, короче, спасибо. Фу. Думал, будет вообще. Ладно, так-то более-менее держимся. Ну и на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока!